здорово! Детям на радость. В Щелковском районе в один день две новые детские площадки переданы именно на радость маленьким гражданам. Одна в Щелково в микрорайоне Солнечный, вторая во дворе улицы Дементьева в Монино. Торжественно, с ощущением безусловной важности момента, в обстановке праздника, с плясками и песнями, проходит открытие каждой из площадок. Красные ленточки перерезают ответственные взрослые вместе с замершими от радостного удивления детьми. А удивляться есть чему. Одна из площадок, та, что в Щелкове, наполнена романтикой морских путешествий. Здесь горка-корабль поднимает паруса. Детская площадка в Монино посвящена правилам дорожного движения. В ней есть даже деревянное авто полиции. На горке множество дорожных знаков. Вот это полиция. Классная площадка. Очень здорово. У нас одна была такая хорошая площадка там возле Дома офицеров, но это, по-моему, еще лучше. Тем более направленность такая, ДПС. Дети как раз будут изучать и знаки дорожного движения. Смотрю, светофор сделали. Очень интересная площадка. Эти детские площадки объединяет то, что они построены на деньги, предоставленные губернаторской программой «Наше Подмосковье». В Щелковском районе таких детских площадок к концу года будет 5, а по всему Подмосковью – 110. Я с удовольствием и радостью хочу сказать, что в десятках городов и поселений, даже в сотнях городов и поселений Подмосковья открываются подобные площадки. Это стало хорошей традицией Подмосковья, традицией заботы о наших детях, о наших маленьких жителях. Очень важно, особенно когда ты понимаешь, что необходимо ребенку и на какой площадке он должен играть, и что она должна быть безопасная, и самое важное, красивая, увлекательная. Когда рос мой сын, я только мечтала о такой площадке, потому что на этой площадке ребенок не испачкается, у него будут сухие ножки, она полностью безопасна для эксплуатации. Это значит, что ребенок здесь безопасно может играть, он может физически развиваться, она эстетически очень красивая. То есть я считаю, что просто замечательно. И меня, как жителя города, очень радует, что город благоустраивается. Посмотрите на детей, посмотрите на родителей, действительно, это большая радость для нас. Поэтому я думаю, что теперь все это сохранить в этом виде, в котором вот это к нам пришло. Взрослые, приехавшие открывать детские площадки, не смогли удержаться от того, чтобы на минутку мысленно в чувствах отправиться в далекую страну детства и хотя бы чуть-чуть ощутить себя там, в счастливой паре, которая уходит навсегда и возвращается к нам разве что улыбками наших детей. Андрей Цеходович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».